Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Вот такой вот агрегат хочу вам показать. Сделал мой друг. Сейчас мы его будем испытывать. Здесь будет располагаться коптильная камера. Как видите, все делалось с газовых баллонов. Здесь будет камера для розжига, для углей, для розжига. Сегодня коптить не будем. Подставка от швейной машинки Зингер. Будем пробовать, как агрегат будет в работе. Шампурики маленькие как раз подходят. Конечно, будет интересно попробовать в ней покоптить. Чем хорошо, что жиры не будут капать на уголь горящий, тлеющий, и не будет канцерогенов. Вот такая вот агрегатина получается. Сейчас начнем. Кого-то интересует, сейчас сниму с разных сторон, как что все сделано. Ну, в принципе, при желании сделать нетрудно, если у вас есть ненужные баллоны, сварочный аппарат. Подставку можно сделать и на колесиках, какую угодно, что попалось под руку. Из того и было сделано. Сейчас идет стройка. Вот. Специально, чтобы можно было поесть жареное, копченое мясо. По-быстрому сделали вот такой вот агрегатик. Жаровня, коптильня. Друзья, первый розжиг. Сейчас хорошенько прожжем металл и после этого попробуем сделать шашлыки. Вот огонь в полном разгаре. Сейчас хорошо прожжем коптильню. И после этого заложим нормальные дрова, чтобы были нормальные угли. Вот, друзья, первый экспериментальный шашлык. Делали его из курятины. Надеюсь, у нас все получится. Очень вкусно. Так как запах, друзья, не передать, очень ароматный. Продолжаем готовить дальше.